Привет, ребята! Новая игра Юра Сурьер. Поехали! There is a legend written by our forefathers. A legend about a foreigner who had come from afar, brought to us by the sea gods to rescue us from the pirates. It is written that this foreigner will terrify you stronger than the thunder here during our wildest storms. And then, one day, just like that, a stranger arrived. You certainly don't look as scary as I had expected. As I had expected, you will need to prove that you are the foreseen savior. Ну что же, приступаем. Вот по голубая кнопка показывает, что доступен новый уровень. Задание. Больше жетонов. Окей, 3 яйца. Сначала нужно выкопать. Ага. Да? О, теперь вода у нас здесь есть. Ямы с водой привлекают животных. Напишите воды, морская чайка подбросить яйцо. Нам нужно 3 яйца. Чтобы подобрать яйцо, щелкните по нему. Окей. Что-то похожее на веселую ферму. Новые уровни могут быть недоступными, чтобы их открыть, необходимо посетить мой магазин и купить что-то нужное. Что нужное? Для продолжения приключения получите доступ к этому предмету. 750. Все? Окей. Есть. Поехали, следующий уровень. Итак, 8 яиц. Так, использовать ритуал дождя, чтобы вырастить траву на берегу и наполнить ямы водой. Ритуал дождя. Дождь пошел. Теперь у нас будет чистая вода. Наполнится полностью вот это вот ритуал. Мы снова запустим этот ритуальчик. И у нас будет появиться еще, наверное. О, давайте. О, будет у нас еще трава. Будет. Будет еще птица. Больше птиц, больше яиц. Быстрее уровень пройдем. Еще 2 яйца. Еще 1 яйцо. У нас осталось всего 20 секунд. Это финал золота. А это бесплатно. Бонус золота. Что же здесь такого? Откройте, чтобы играть. Для продолжения приключений получите доступ к этому предмету. Есть. Окей. Поехали. 90 сердечек. Что это такое? Повар племени варит зелье, которое повышает вашу энергию. Щелкните по ней. Все 3 яйца продать. Ага, то есть заварить зелье. Нужно наварить. Давайте. Выложить на этом острове не так просто.
следите внимательно тем, как вы расходите энергию, иначе потеряете все знание. Угу. Нету яиц, нету никакого зелья. А нужно сколько? Варить зелье. Нужно побольше. Что у нас видите, нужно 90, а мы не успеваем. Давайте-ка быстрее. Знание. 70, окей, выпили. Не хватает. То есть одно яйцо, 5 этих. Все 6. Одно яйцо, 5 энергии получается. Сейчас мы еще выпьем. И будет у нас все хорошо. Есть, отлично, уровень мы прошли. Так, иногда дорога раздваивается. Некоторые пути предлагают открытые награды, которые пригодятся в дальнейшем. И как это здесь или здесь? Давайте сюда пойдем. Откройте доступ для продолжения. 50. Яйцеварка. Окей. Ну давайте. Новые достижения. 10 вареных яиц, 190 энергии. Сборка машины, нужна энергия. Ого, вы видите, да? Нужно одно яйцо. Понятно. Энергии, да еще яйцо сварить. Вот. Маленькая яйца, понял? Где сюда? Ага. Теперь у нас 0. Ха-ха. Интересно. Вот видите, не просто так. Это яйцо в энергию переводит. Сейчас посмотрим, сколько он получается. Плюс 10. Вареное яйцо дает 10 энергии. Ритуал дождя. А это что еще такое? Это краб. Он быстро и поедает пищу на берегу. Щелкните по нему дважды, он превратится в зелье. Класс. Понял. Отлично. Есть.
Если вы пройдете этот уровень, то будете вознаграждены одной из наших племенных раскрасок. Хорошо. Так, ну что ж, тогда поехали сюда. Попробуем. 3 вареных, 15 таких. Первым делом барабаны. Барабаны делают нам воду, дождик, дождик, дождик. 1, 2, 3, 4, 5. 5 чаек прилетело. Ура! У нас много. 70 еды. Что-то было, не понял. Что-то нехорошее. Видю коражную тёщу, схватить её. Пираты! Ага, вот и как хитро-то, а? Давайте быстрее зелье варить, что у нас заканчивается. И мы умрем. 324 осталось энергии. Очень мало энергии. 50 будет. Хорошо. Дождик не стоит. Но дождик наполнил. Хорошо. Пирата побили, и у нас получился вареный яичко. Просто супер. Так, еще немножко, и у нас ритуал дождя. Так, извиняйте, ребятки. Так. Так, 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 30. Нам варить это энергии мало. Дождик, если мы наберем сюда 70 энергии, тогда у нас будет мало для жизни. Бежал. Это очень хорошо. Сидим. Не приедет. Так, вот это примерно будет вышенный счет для задания. Ну и что? Все вареные яйца мы можем набирать только на. Ага. Ага. Хорошо, 139. Нам еще. А, нам только яйца. Все, отлично. Мы теперь собираем только яйца. Мы теперь ничего не варим. Что у нас по времени? По времени мы на золото не прошли. Жалко. Очень жалко. Ну ничего, осталось 3 яичка. 2 яичка. 2 яичка. 1 яичко. Последнее. Уровень пройден. Отлично, правда, мы пошли на серебро. Поздравляем! Вы заработали свою первую племенную раскраску. Наведите на нее курсор, чтобы узнать о ее свойствах. Эта племенная область снижает скорость крабов на 10%. Понял. Так. Что же, сюда тогда, да? 170 энергии и 6 яичек вареных. Давайте.
появится. Появился один всего лишь. Все, значит, больше, наверное, не будет. А может, будет. Новое достижение рассказка Бью, ведущий краб. 10%. Краб. Отлично. 20 зелья. Ну, а барабан, может, еще один кусочек будет. Что касается будет у нас? Зелья. Эксперимент. Все, только 5 максимум. Больше не дает. А жалко. А жалко. Нам нужно 6 горных лиц. Поки. Теперь осталось только энергии. 40. Если вот так вот сделать, будет больше энергии. Будет больше энергии. Там осталось 25 энергии. 60. Все, здесь мы прошли. Прошли на серебро, правда. Маловато. Рекорд. Что нам нужно купить? Побольше нужно купить. Побольше. Ну что ж, купили. Ладно, тогда мы в следующем видео продолжим, ребятки. Продолжим, да. Давайте, всем пока.